Всем привет, ребята, это вторая серия по Brawl Stars'у. Вообще, честно скажу, что я давно не снимал летсплей, поэтому я попросил бы вас просто поставить лайк и подписаться на канал, потому что я реально забыл, что это такое, да, и я буду каждому благодарен. Ну сейчас вообще контент ебанем. О, ебать, скёр. У меня еще один коллабчик, кроме Никиты. У меня еще с Дели Моб, ёпта. Блять, гуч. Короче, в чем суть? Мы берем вот этих трех персов. Идем просто в бой с боссом, ебать. То есть этот перс оглушает босса, думаю. Этот перс тоже. Ну а я буду регениться и бить все время. Я вам отвечаю, просто такой тактикой вы ебанете до самого последнего уровня, но. Я уже почти там что-то добивал такое, но мне просто лень монтировать. Я хотел бы, чтобы вы внимательно вот сейчас посмотрели, как сзади оглушает мой дружбан Дели Моб, то есть внизу тот, что слева. Он просто берет заморозка его оглушает, чтобы меня не побили. Второй же чувак, я думаю, тот, что снизу справа, он тоже, думаю, оглушает своим способом. Конечно, я за этого перса не шарю, но я буду просто пытаться его видеть, и вы видите, что у меня все время... регенерируется, короче, ХП, и когда, например, у меня уже будет ульта, то ХП будет возрождаться намного быстрее. Конечно, в первых 5 уровнях это будет все именно вот так, без банок, а после 5 уровня уже и до конца будут банки, поэтому будет с банками легче. Но босс будет все жестче, в каждом уровне и жестче, поэтому вам надо быть особенно внимательными, вот. Вот так вот, ух ты, вот это, вот тут я сдох, да, вот тут я сдох уже. Самое главное, чтобы никто не умер, вот. А если кто-то умрет, то это пиздец, вам все равно надо будет все переделывать. Ну вот мы прошли. Бля, ебать, я задание выполнил. Ну, в принципе, я думаю, вы поняли. Вот с такой тимой вы реально имбово пройдете все мастера, и у вас будет значок классный. Опять же, уже идет второй уровень. Но по-любе второй уровень будет намного сложнее, и там будет намного больше хп у босса. То есть сейчас у босса уже 300 тысяч хп, то есть, а в прошлом уровне было 250, нахуй. То есть, бля, я вам так скажу, нахуй, чем дальше, тем страшнее. Главное, особенно помните еще самое главное, что если у вас мало хп у персонажа, то есть, да, то тогда вам надо просто отходить и находить такой момент, когда ваш дружбан либо Дели Моб, либо Никитос оглушают. Вот. Блин, я уже не знаю, кто оглушает. Но больше, я думаю, Дели Моб. А Никита, как бы, мой дружбан сверху, он атакует. Вот. Но вот такой командой вы реально ебанете вот все уровни. Вот. Конечно, я, наверное, не первый, кто такое видео сделал, но я думаю, я кому-то хоть помогу. Видите, вот я сразу, у меня хп чуть пропало, и я просто отхожу немножко, чтобы, ну, возродиться хоть капельку, вот, чтобы было кайф. Еще вот этот долбанный бешеный момент, когда он делает этот свой блин. Это он уже бомбанул просто. Конечно, в сложных уровнях вас просто так не прокатит, типа, проходить так уровни просто, как сейчас вот я прохожу. Вот, ну вот мы прошли второго уже босса, и если вы просто научитесь, привыкнете, главное не бойтесь босса, ебать. Просто не бойтесь босса, тогда вон, знаете, как говорится, и дело мастера боится. Я думаю, я не буду вам все уровни показывать, но в любом случае вы теперь знаете хоть немножко лучше, как можно босса проходить. Долбанный телеграм. Еще и босс скоро злиться будет. Я вообще иногда сам и хожу, потому что я боюсь, что он меня ебанет ракетами, блядь. Лучше же пусть как-никак моих дружбанов. Ну не в меня. Опять же, 5-й левел. ХП добавилось. Но мы его все равно ебем. Да самое дебильное, когда он уклонится, и за тобой идут куча вот этих долбоебов справа, блядь. Блин, капец. Босс разозлился и умер. Ребят, мы прошли еще один уровень, и мы сейчас уже находимся на 5-м уровне. Вот. Вот теперь, когда вы будете реально тратить хп персонажу, то с него будут падать, ну, баночки. Баночки вот такие вот, да. И вы уже будете баночки собирать.
И у вас намного быстрее будет возрождаться ХП, и он вообще хрен вас физически прибьет, это вам серьезно говорю. Просто честно вам скажу, если, мне кажется, тут не сделали бы банки, то тут вообще невозможно было победить босса. Хотя раньше люди как-то выигрывали с Леоном, то какая-то дебильная тактика была, которая сейчас вообще не работает, и это пиздец. Ну, вы тут сгребете от силы 8 банок, я думаю, на этом уровне, а там дальше будет по 10, по 20, то есть... Чем больше банок, тем больше шансов, что вы победите, вот. Сразу говорю вам, что вот Делимоб, он, у него ХП мало, вот эта долбанная еще ракета падает. И иногда, когда он умирает, я просто должен как-то стараться от него уклоняться максимально, так как ракета сносит очень резко урон. Вот, и можете просто не успеть отрегенерироваться, поверьте мне. Вот так, ребят, мы просто ебем босса. И что хочу сказать? Желаю вам в этом удачи большом. Главное, ребятки, вы просто придерживайтесь этой тактики, и тогда у вас все получится, все сработает. Старайтесь копить максимально аккуратно банки. Если вы уже там чувствуете, что у вас ХП мало, и вы не выдерживаете, лучше убегайте. И там какое-то время, когда возродитесь, то уже вы вернетесь и будете дальше бить. Главное, забирайте банки и не дайте своим друзьям банки собирать, потому что... Главное, ребят, вы еще пытаетесь уклоняться от ракет, потому что вы просто не успеете один раз от ракеты убежать. И вас персонаж просто может сдалека ракетами резко-резко побить, и вы просто не выдержите, не успеете. Особенно в тот момент, когда, например, вот мой дружбан Делимоб не сможет просто оглушить, ну, оглушить персонажа заморозкой. Вот. Поэтому вот как-то так. Все равно, как видите, я уже набрал кучу-кучу банок, меня просто невозможно убить, потому что у меня возрождается ХП быстрее, чем он меня бьет, и мы его просто ушатываем. Ну что, ребят, спасибо всем. Я думаю, вам видос этот был полезным. С вами был я, Фил Леонар, со мной был профи СК Делимоб. Всем пока. Желаю вам успехов. Вот. Я надеюсь, это видео заслуживает лайка. Я думаю, вам хоть чем-то помог. Всех люблю, всех обожаю. Ждите новых видосиков.